Подмосковная «Единая Россия» поздравит ветеранов с Днем Победы. Партийцы запланировали несколько крупных акций. Одна из них – подарки ветерану. Партийный актив, депутатский корпус и активисты «Молодой гвардии» адресно передадут подарочные наборы ветеранам Великой Отечественной войны. Там, где по состоянию здоровья ветеран не сможет принять гостей, подарки передадут через родственников и близких, а поздравления с Днем Победы они получат через аудио- или видеозвонок.